Да. Вот так вот. Тихо, люди идут. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Да можно. Мы ждали вас. Мы ждали вас, Владимир Владимирович. Мы рады вас. Очень рады вас. Рады вас. Да, спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, долгих лет вам жизни. Спасибо. Спасибо, что вы к нам приезжаете, нас не забываете. Владимирович, преклоняемся перед вашей стойкостью. Чувствую, вообще просто не все за вас. Я вам благодарен. Это самое главное. Место хорошее выбрали для кубки. Идеально. Теперь хороших работников. Слушайте, я с удивлением узнал сейчас, что у вас физику преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза. И до этого работал в гражданском вузе. И работая с детьми, с удовольствием. Здорово. Уровень плохой. Отлично. Но мало у нас специалистов, очень. Ну, понятно. Но, вы знаете, сейчас условия будут такие. Да, надеемся, что будут. Потому что нам нужны специалисты. Для специалистов не хватает жилья. Да, жилья. Да, 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 согласен. Чтобы ехали молодые специалисты. Все постепенно будем делать. Поздравляю вас с началом учебного года. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. До свидания. До свидания. До свидания. Владимир Владимирович. Поздно, поздно, поздно. Поздно вышло. Блин, просто руку хотел пожать. Поздно, поздно, поздно. Я стояла с ним.